Мероприятие прошло в рамках акции «Эко-драйв», приуроченной к Международному дню очистки водоемов. Водолазы подняли со дна крупногабаритный и бытовой мусор. Одним из главных трофеев стал электромобиль, используемый на детских аттракционах. Всего в результате акции удалось собрать более 4 кубометров мусора. В прошлом году при поддержке дайверов центра «Пятый элемент» были очищены озеро Севаш и Чкаловский пруд.